Если кто-то вяжет с такой же пряжи, как у меня, с бусинами, я покажу, как бусины вывязывать так, чтобы они преимущественно оказывались на лицевой стороне и как можно меньше попадали на изнаночную сторону. Значит, бусинки, они скользят, ездят по ниточке. И вот если мы провяжем так, как есть, вот она бусина, и мы провязываем, то она у нас оказывается на изнаночной стороне. Мы берем и продвигаем ее поближе к рабочей спице и теперь провязываем. И вот здесь можно вот так взять и поправить. И тогда преимущественно бусины будут оказываться на лицевой стороне. То есть регулируем их вручную. Особенности вязания из пряжи с пайетками я вам покажу на примере королевской пайетки. Значит, мы с вами провязываем близко до следующей пайетки. И вот она у нас крупная пайетка. Пайетки тоже скользят по основной нити. И мы берем и подтягиваем пальцем как можно ближе к спице пайетку и провязываем лицевой петлей. И вот она у нас получается на передней части изделия. Вяжем дальше до следующей пайетки. Вот у нас следующая. Мы ее тоже подтягиваем пальцем и провязываем. Вот она у нас на передней, на лицевой части. Естественно, некоторые будут все равно переходить на изнаночную, но преимущественно основная часть пайеток будет оставаться на лицевой стороне.